Особо комментировать нечего, если честно. Поздравляю соперника с заслуженной победой. Я считаю, что по всем компонентам игры были они лучше сегодня нас. И здесь говорю, комментировать там какие-то игровые ситуации нет смысла. Я думаю, все логично. Единственное, что расстраивало, что во время игры наблюдалось, что некоторые игроки у нас или уже заранее сдавались, или не верили, что можно играть, все равно нужно играть. С таким соперником, об этом мы говорили, что как раз с таким соперником нужно показывать, на что ты способен, показывать тот уровень, который у тебя есть, и это потом дает для будущего уверенность. И вот какие-то моменты были недовольства, особенно в первом тайме, что некоторые игроки все-таки позволяли себе вот эту вольность или там неуверенность в своих силах. То, что во втором тайме этого не было, да, я думаю, что и соперник, я так думаю, что все равно счет позволял, не расслабились, а играли они по счету, поэтому у нас что-то начало получаться. Но чтобы соответствовать такому уровню игры, такому сопернику, здесь нужно сумасшедшая концентрация, сумасшедшее желание и плюс те моменты, которые в игре бывают, да, там, наблюдая за «Динамо», там, зная, что как они играют, изучая противника, мы знали, что самое опасное, откуда у них идет. И что расстроило, что как раз с этого и начались наши проблемы в этой игре. То есть как раз с этих они нам забивали первый, второй, третий, четвертый мяч, где потом было, конечно, сложно. Плюс те ошибки, которые сами допускали, там, теряли в своей зоне мяч, и соперник нас наказывал. Поэтому в целом вот так. И будем учиться, двигаться, и чтобы соответствовать таким играм, просто нужны другие ресурсы. Gracias también al entrenador por la felicitación. Creo que el partido, él ha dicho un poco lo que ha sucedido, sobre todo el primer tiempo. Creo que el equipo ha sido fiel al guión. Queríamos empezar con intensidad, queríamos empezar fuerte, y creo que eso es lo que hemos hecho el primer tiempo. En líneas generales, el equipo ha estado en la intensidad que le pedíamos y ha tenido el acierto para meter esa diferencia. Lógicamente, y nos sirve como lección para mañana, porque mañana tenemos otro partido contra ellos, en el que en el segundo tiempo hemos perdido el parcial por 4-2 y por lo tanto esto no me deja satisfecho del cómputo global del partido. Muy bien primera parte, mal la segunda parte, por lo tanto ya tenemos un aviso, estamos en preaviso para el día siguiente, porque creo que ya tenemos que olvidar el resultado de hoy y pensar en el de mañana. Хочу сразу поблагодарить за поздравления с победой моего коллегу, в частности, и как уже было сказано, в принципе, я остался доволен первой половиной встречи. Мы придерживались сценария, который был намечен на игру, старались поддерживать интенсивное напряжение в ходе первого тайма. И, конечно же, первой половиной игры я остался доволен. Во втором тайме мы расслабились, и если брать именно вторую часть, то мы уступили 2-4. Конечно же, этим я как тренер «Динамо» не могу быть доволен. Но это может нам послужить уроком в преддверии завтрашней игры. Это таким своеобразным звоночком может нам служить. Мы должны понимать, что завтра легкой прогулки не будет, что соперник готов биться. И это он доказал во втором тайме, поэтому мы должны быть готовы во все орудия. Спасибо.